В университетской клинике «Казань» начали проводить операции на открытом сердце, аортокоронарное шунтирование. Операция заключается в том, что, используя собственные сосуды пациента, проводятся дополнительные пути для кровоснабжения сердечной мышцы в обход суженных или закрытых участков. Впервые же проведенная операция на открытом сердце была выполнена на работающем сердце без использования аппарата искусственного кровообращения. Вот что требует определенной сноровки, опыта от оперирующих хирургов, но является более легким вариантом операции для самого пациента, поскольку меньше разрушаются факторы свертывания крови, форменные элементы крови. Технически эта операция считается более высокого уровня, чем оперативные вмешательства, проводимые в условиях искусственного кровообращения. Нельзя сказать, что количество операций, которые требуются на население Республики Татарстан, адекватно требованиям, которые были сформулированы Всемирной организацией здравоохранения. Поэтому открытие второго в Казани центра, занимающегося кардиохирургическими вмешательствами, в общем-то, обосновано и вполне вписывается в ту дорожную карту, которая была принята Казанским федеральным университетом. С 90-х годов на базе городской клинической больницы номер 6 существовал Казанский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Медведева. Здесь выросла большая плеяда кардиохирургов, которые сегодня составляют золотой фонд профессионалов в этой области не только в татарстанских клиниках, но и в России. В том числе отсюда растут корни и детской кардиохирургии, которая развернулась в ДРКБ в настоящее время. В 2016 году больница вошла в состав университетской клиники «Казань». Мы будем иметь как бы свою специфику по выполнению операции. Основное внимание мы хотим обратить на лечение нарушения ритма сердца, на выполнение операции в условиях мини-доступов, то есть это мини-инвазивная кардиохирургия. В рамках оказания высококвалифицированной медицинской помощи подобные операции по квотам Российской Федерации и Республики Татарстан в университетской клинике «Казань» проводятся бесплатно. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз.